Я дерьма не потерплю. Никакого ни от кого. А в кармане у меня крэк. Нет, костер. Проебал. Я понял. Ай, блядь, уебался нахуй. Это когда по лифту попрыгал, когда он спускается. Вот так. Я зашел с святилищем, что прыгать в эту дыру? Или куда? Че добро делаем? Пожаловать в канал. Ну, типа, пойдем с локом пробежим. Я что-то хуй знаю, тут такая хуйня. Это, ну, людей пока нету, чобы чистить. Пробежим туда на простой. Люди есть, хилов нету. Один хил, блядь. А я захилю, я гимн сдам из чё. Да. Нет. Держи в курсе. Это хуйня. Надо пачку нормальную. Можно только убить одного этого. Как он называется? Большой, который. Только чтобы на нем дебафов никаких не было. Колосса, что ли? Болезни, нахуй, да. Ёбаная хуйня. Боб закончился. Сука. Ты же в коте. А, придавила, блядь. Ты шо, блядь, горбатишься, блядь? Да я типа это, остался. Ну вот тут и то опасно, тут, блядь, бродящий приходит, надо где-то вот тут встать, нахуй. Пойду банки возьму. Сейчас мнечь. Ну смотри, нихуя, а что тут лежит в ящиках? Нихуя. Смотри, нихуя, тут Т5, ебать. Открываем, ебать. Прикинь, если бы тут Т5 лежало просто. Просто приходишь, лутаешь, уходишь. Угу. Никого не бьешь. Так, Мардаун не может пробежать, надо его спутить. Если вы чё? Кою смоните, я уже. Вы что, вы меня не верили? А, понятно. Я понял. Заебал этот водопад, блять. Я хочу чешку. А, нет, хочу пиццу. Я хочу клык. Я хочу, бля, только хотел сказать. Хочу пиццу. Я хочу клык. Хочу на клык, да? Идите оставлю колосса. Блять, надо будет иконю, точнее, Оню 25 пофармить. А чё там? Кольцо на резист надо. Так оно и с десятки как бы падает. Ну, с 25-ки получше. Из десятки их два надо. Пригодится. И то надо. А чё, где люди? Попадал Бен, блядь. За что? Здорово, Агала. А Бен. Здорово, Агала. Ну чё тут? Ну давайте я вниз. Ай, блядь, это кто? Это пиранья. Это трэш? Да, бей их. Это кринж. А похуй, пусть меня выебут. Ну, буря-бая нет, уже минус. Ну, с Симонем бича. Загасили, да, меча? Я понял. Это, знаете, вот просто тебя пиздят ребята на улице. Такой, ладно, похуй, пусть не выйдут. Все. Жизненно, да, Мардаун? Ну, согласен. Ну, смотри, я смогу здесь подержаться? Такая молодость, это моя жизнь. Хуяк. Ну, все. А, я понял. Короче, когда в воду падаешь, они начинают появляться, да? Да, да, да. Они типа в инвизе в воде. Сейчас они тебя отпиздят, погоди. Не, пока ДК баф есть. Хождение этого по воде. На телевитацию дал, все, сиди. О, шикарно. Я побежал, короче. Давай, уже либо там. Друзья, куда бежать-то? Да, хз. Попутешествую. А вот это кто мамком, нахуй? Пойду, Вайш, убью все. Это что-то мамкам. Да пох, кто это такой? Кого? Не знаю. Ну я вижу не первый раз. Банки. Чей это твинк? А че вон Аланал Сергей? Сергу Дест. П, нахуй. Есть. Туманите еще раз. Это новенький. Сергей.
Реестр друид 255. А, наверное, у него проходки, может, нет. Его нет проходки, он чисто только по бычкам. А куда проходка? Сюда, в заясок. Ну-ка, вылезли это пизда. Ну, 25 гер, я был на лече. Я не помню, я убивал четверых боссов или нет. Блять, может, помню. Ачива есть. Штурм цитадели герои. Здорово. Давай, я тебе гайд расскажу, нахуй. Нажимай кнопку, нету кнопки. Достижение нажимай, нахуй. Справа от талантов, видишь? Блять, а че? Нажал. Я тоже обосрался. Подземелье Эрейди называется вкладочка. Там подземелье Эрейди, да. Падение короля лича 25. Подожди, он так быстро не найдет. Ты нажал, нет? Прием. Да. Ну, падение короля лича нашел, 25. Предпоследняя, блядь. А чё это за говно, нахуй? Нахуй вы ловите этого пидора? Солян, я не знал. Вы чё, ебанулись, нахуй? Чё там, босс? Какой мордаун? Давай, беги сначала и резай нас, нахуй. Я просто подумал. Падение короля лича есть. Турм на цитадели называется ачивка. Пиздец, я хуею, блядь. Нахуй, нахуй вы его ловите, ну... Ачиверы ебучие, блядь. Чё вам за эти ачивы дадут, блядь? Косарь голды, что ли? Да я не ачиву поспрывать хотел. Ну да, ну да. Здесь. Ну, штурм цитадели герои есть 25-ки. Ну и всё, блядь. Хули ты сидишь там, на РТ не ходишь? Ну, алё, блядь. Да алё. Я... Лежан, вставай, на работу, ё, блядь. Пора. В пати будет. Чё, на? Да, ещё раз кинь. Блядь. Ребят, не ссорьтесь. Такие типы вообще... Не ходите нихуя никуда. Как прогресс-то будем достигать? Сейчас, блядь, челики придут, потом вас кикнем на замену, нахуй. Нормально. Нормально, поэтому... Я понял. Пришел потом думать, на РТ посижу. Я на замену, нахуй. Ой, зато я рвану голову прикачался. Скрыть не выловите. Какая голова, нахуй? Подходи сюда, ресы, блядь, нас. Да ресы, я бегу уже. Голова. Давай быстрее, ёпта. Голова рыбья, блядь. Купила мама коника, а коник без ноги. Яка смешная игрушечка, гы-гы-гы-гы-гы. Я ж говорю, я в ДСе первый раз. За сколько лет? Один мордаун, с каждым днём больше кринжа наваливает. Мордаун-то вообще не кринжовый, блядь. Угу. Держу в курсе. Кринжовый Бен Стиллер. Тоже пока еще отдыхаешь. Ты пока еще отдыхаешь. Кукарекает хорошо Бен Стиллер. Ну это да. Что? Ну вот эти звуки, которые он издает. Это кукареканье? Ну, блядь, ёбнулся, какого хуя? Что за лифт нахуй бракованный? Не знаю, похоже, по крайней мере, блядь. А, двойка по дедукции. Что это, блядь? Прошла. Мордаун, треснешь? Я знаю, это очень-очень похоже. А как вы пискорукого моба прошли? Вот кого снижит? Вот так, мы просто его подкупили. Под ногами у него, блядь, проскальзывает. Смотри, вообще. Смотри, вылавливаешь. Точно? Ай, подожди, а если ты обманешь? Если сдохнешь тогда, нахуй. Видишь, они когда убрают? Просто фаральку ты вылавливаешь, кидаешь ему в ноги, пока он ее грызет, ты прибегаешь. Попал он в окно, блядь. Я понял, я быстрее, блядь, долечу, его засумоните, нахуй. Так я пизду. Да потому что мордаун, нахуй, бич. Сука. Пошел рыбу выловил, нас всех шотнуло тут, нахуй. Он же стреляет на километр, нахуй. Я не знал. Блин, теперь знаешь. Следующая ошибка. Пойду еще это сделаю. Да, помните, как этот какала фиг за сколько шотает, если его забить? А, ну да, меня ван шотал. Блять. Километры, блин. Возле соляра, блин. Так, что у нас вообще по рейду? Чё-то хилов нет нихуя, да? Да, пизда, ты лифт. Да, я нашёл такие. Я тебе сейчас скрин скину. Там щели есть. Нормальная щель. Я чё, пиранья закусала? Не, я в просак попал. Тут реальный просак имеется. Ну типа его видно. Я понял, нахуй. Что это такое? А.
Толде Арго. Он сум пишет. Нормальный просак. Просто ноги надо, блядь, выше поднимать, блядь. Да вон маленький, чё. Куда лететь? Никуда. ЗС. Плюс они и засумоним. О, кайфарик. Что-то один хил, это хуёво, да? А чё у нас по хилам, блядь, все вымерли, что ли? Куда он хуёво хил? Я ДЦ, я, в принципе, захилить могу всех. Угу. Ага. Тебя я не хилю, кстати, да. Забыл? Надо ну, хилов где-то надо быть. Хотя бы. Чего ФБ нахуй? Хотя бы пару. Трэш, блять. Биг Дэм там заебал ПВПшить. Че, Биг Дэм все, играть не будет? Или че он там? Вон, вон Фокс вытаскиваем из УЗИ еще как раз недалеко. Буквально пару метров убежаться. Вот, я же говорю, на петуха похоже. Ну, примерно так они... У вас вообще уши есть? Да. Ну, вот когда солнце встает, примерно такую же хуйню. Причем тут петух и вот этот звук? Ну, он когда с утра солнце встает, он так же примерно кричит. Петухами. Да, да, да. Просто... Может, не совсем так же. Дедукция Шерлока просто. Похоже, прям похоже сильно. А, ну ладно. Че, хукмастер идет? Он на смене. Он тогда делает. Что он тогда в, ну, на Толгороде делает? Ну я написал ему, типа, пойдем это. Он пишет, я видел сообщение, какое я, ладно. Не знаю, без хилов просто можно постоять тут. Время пострелять, между нами пальба. Слушай, тут очень хорошо фармится пятнистый сквернохвост. Надо было в аду идти, наверное. Но я что-то рейда не вижу. Что там? Хорошо мыслишь, хорошая идея. Великолепнейшая идея. Ну, давай посмотрим, типа, сейчас до этого... Дойдем и посмотрим. Ну вот в льду это уже как минимум радист хапали будет. Это уже два хила будет. Давайте за это закрыть. Нет, я уйду варом пойду. Да? Ну как закрыть ее? Вот у нас один хил, два танка, ну и ДД тут. Да и потому что еще и РТ нету. Всем спамили минуты. Ну пока нету, наверное, можно пронести сколько там? 8, наверное. В льде? Ну. Мы да, блин, сейчас... пока долетим, пока почистим трэш перед утюгом. Ой, что такое? А что вы там чистите? Спраус. Пускаешь и все. Ну, смотри, как бы сам, как бы я вообще... 15 минут просто осталось. А, сейчас я напишу тогда этот чат общий. Так, мне надо кое-что открыть скрин, где у нас у льда и сколько там было людей. Точнее, кто там был. Такс, вот у льда. Открываем. Так. Лианочка, Магина, Седжубен, Стиллер, Шалфир, Вулгрим, Закхан и Шадоу Найт. Призен, Ракшейный, Неола, Ультрадрум, Эдфокс. Мордаут не было, это уже хорошо. Катрисия, Вилания, Топа, Керсори, Инвизибл. Гомосек, Холидринг, Эвилаша, Блуднига, Варфрейм. Так, заскриним, чтобы запомнить. Так, это чтоб не забыть. Кто с КД? О, Мэтфокс в узилище в каком-то. Патрисия, Сидых. Это последняя локация. Зози в Каражане. А что, у Зози проходок нету или что? БТС нету. А
что, ДПС можно в хиле? Ну, я вот голову убиваю, это 4 хила. Гламур... Типа, чухан так кончено, это 4. Все куски с меткостью. А гламур пойдет, не? Ну что там, блин, делаете? Нихуя себе, скалолазы. Альпинистка моя, скалолазка моя. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны. Ну, гламур писал же еще тогда, 2 дня назад, что его пару дней еще не будет. Скалолазами. Ладно, ребята, я кездить. Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Ну что там? Я понял, нахуй. Че за, блядь? Да. Кстати, как его галлон убили? Нормально. Ебать, сколько их тут становится-то много. Бей их, хотя похили, не боись. Да я одного такого убил, что-то. Бля, да не, в очко, больно на. Че, я тебе дал левитацию, блин? Конечно, в очко больно. Ну чё, шатастик замут? У нас прошлого рейда, да? Да, по-моему, я мутал, там фонд какой-то шел. А, хуй знает. Кто-то другой, значит. Смотрите, убейте 40 бешеных резервуара кривого ХК за одну минуту в рейде на 25 игроков. Давай сделаем. Давайте. А, ну это надо, чтобы кто-то танковал. Там какое-то количество определенное появляется, когда один челик в воде. Вот. Чтобы это сделать, это надо много челиков, чтобы под воду залезли и уешить, короче, и хилиться. Ну, хил... Мардаун хиль. Хилы, как правило. Я хилю. Стоят на это, ну где-то... Не, персоли, еще рановато. Не знаю, короче, ну, как по мне, то тут у нас туз КД у льду. Состава пока нету, хилов нету. Так, даже если гламур будет, надо еще хилы. Вот Фокс, допустим, это 3 хила. А Вилания будет? Нет.
Мне сейчас пойдет. Людей мало, говорит. Что не появляется, когда... Надо в льду идти, наверное. 10 не хватает у челиков. Все, ачивка пройбана. Заодно пошла что-то. Что вы там делаете? Нахуя вам эта ачивка, блядь? Надо, блядь, знаешь, прикольно. Надо. Подходите, блядь, делаем. Мне кажется, Ванир лучшая ачивка, чем это. Ну, быстренько то закроем этих писюнов и все. Пойдем в ланирке делать. И тебе, чё, и... Потом власть туда. Ты чё, Мордан, дурак? А, ну-ка. На почту скинул, кал. Ну, я сказал, что почту я пришью. Прям кал? Mm-hmm. Вот ваш кал. Прикинь, почту я сейчас открываешь, а там кал, блин. Так и есть. Ну, как занюхал его, раз. А не бей, типа... Бейте, то дайте бейте, настакать. То не бейте, короче, я ушел. Сейчас все пустятся, да сделаем. Чё у нас да там? Кто все-то тут, никого нет. Кто все, я здесь, один. Давайте настакаем их. Пуститесь в воду пока. Хоу. Ой, щит. Мазафак. Чего тут настакиваете? Ну-ка. Ну-ка, блядь. Так. Ну-ка, блядь. Стакаем нахуй. А что за хуйня? Они умирают. Их нами, чтобы они умерли. Минуту 40 штук настакать и заебашь. Ну, там на одного человека определенное количество появляется. Да не появляется. Но надо больше людей, чтобы были в воде. Водиком типа настраивать, подходите. Около 6-7 штук на одного ставится. Спуститесь в воду и не бейте пока. Котлеты кидают здесь, блядь. Да не бейте, не бейте, просто это... Ждите, сейчас появятся дохуя. Да. Всем привет, это гайд, как сделать ачивку в змеином святилище. Суровая рыбалка, да? Да. Я не удивлюсь, если он реально записывает. Суровая рыбалка. Я записываю, суровая рыбалка. Ну это... Во-во-во-во, гляньте, вот ты плывёт там. Иди сюда. Так, чтобы найти данный гайд, вы должны открыть подземелья и рейды. Так. О, Вадикон ведёт, там пиздец, сколько рыбы. Открытие тёмного портала. Чё вы делаете? А, вот пылающий крестовый поход. Или подождите. Змеиное святилище называется. Буря сейчас заебанит. Говницы. Да подожди, разник, не бей, нихуя. Да, давайте. Да меня рядом. Это больно. Надо их настакать. Сила против магии, сожженная плоть. Пизда, я сейчас погибну нахуй. А, вот змеиное святилище. Подхитрите. Лейте их. Меня, блядь. Давайте. Нахуй. Давайте, герна. Судьба хранителей исцеления. Где я? Не вижу нихуя. Давай. Бьем. Сколько осталось? Бьем. Осталось 6 штук, 5 штук осталось. Давайте, 5 штук 50 секунд. 3 штуки. 3 штуки, давайте. И 45 секунд. 2. 1. 0. Привет. Чего сделано? Рейд тут удался, пойдемте в ульдор. Уходим. Все, ливаем отсюда. Ничего дает она. Ну, писюн увеличивает на 2 сантиметра. Пошли трэш чистить. Ну реально? В натуре, да. Давай. Ну ты там... штаны посмотри получше. Чё, куда поднимать? А мне? Теперь видно. Блять. Так, а где этот? Рыба это? Где? В какой стороне, блядь? А, вот скрытый. Поставьте удал. Мне тут показывает, что он вот тут, где я иду. А вы куда пошли? Что, скрыть тебе надо? Поднимайтесь сюда, обратно. Куда-то где можно забраться? Засумоним все. Трэш. Начнем чистить. Ой, это... Ну, куда? Мы скрыть не... Нет? Мы трэш чистить. А, ну тем более.
А нахуя нам трэш, что с воронок с него не падает? Падает. А мы скрыть не убьем в два хила вообще? Ну, в три хила. Ну да, блять. Тут одна воронка упадет. А в вока 5-6 упадет. Всем привет. Привет. Всем привет! Эра, бачу его. Не могу пригласить члена другой группы. Извиняюсь. А где Локи? Ну, почему они не идут сюда? Идите сюда, к скрытню. А вот Локи я снимаю. Ой, да, а можно краткую тактику, пожалуйста, по боссу? Я это тактика. Самое. РДД, милик. Хилишь. РДД, хилу. Где хилы? Просто да, хилишь. Это место есть? На ханте. А я первый раз метки поставлю. Место есть. Вот большой круг, и видишь сзади два маленьких островка. Да, вижу. Становишься на один из островков, просто херачишь босса. Когда будет обстрел, это прыгаешь в воду. Да. А вы с рыбы что ли начал? И дальше херачишь босса. А скиллов нет. Есть Мэтт Фокс, Призон и я. А, я понял. Белание. Думал, почили. Когда взял закончился, вылазишь обратно на островом. Хорошо. В воде почти находиться нельзя. Ебашит вода. Понятно. Вот и весь босс. Вот бы Боброса тройнуть. Боброса? Это новый босс какой-то? Да. А что, у вас десятка стоит, что ли? Нахуй десятка? 20, да, десятка. 25. Десятки. Ага, грид у меня стоит. И чё, вся тактика такая, то что на обстреле в воду прыгаешь? Да. Да. И всё. И всё. Обстрел закончился, вылез обратно на... Можно вокруг на него, вокруг босса побегать. Ну, если ты милик. А скиллов нету. Не прячь босс. Дайте баф по ханту, пожалуйста. Надо кого-то свечить. Надо. Я здесь, не надо меня суманить. Че, бегдем опять и вкашет? Не, не суманил еще. Дошел? Не... А, он дошел. Что, вы решили в 4 хила идти? Да, мы, кстати, мы сильнее. Что там, фласки раздают? Да, да, флажки. Я раздаю. Да на этом боссе можно не пить, но. Тупо чилить. Да мне на продажу. Ой, хорошо. Кто там по приору не заберет, нихуя? Я ничего не заберу. Я ничего не заберу. Я ничего. Приор? Что такое приор? Я ничего не заберу. Тут, мне кажется, никто ничего не заберет. А, ассистов убирай. Надо смотреть просто, кто последний по приору. Мне можно. Ставить. Синтек зашел. Опа. Да, работает. Работа. Куда нам надо? Так. Дай полидринку сейчас. Кто там чилить пойдет? Я могу. Кто? Зося. Я Марханте могу починить. Зося? Так, пока возьму Зося. Синтека. Вместо 0-8. Так. Ой, славненько. Ну все, короче, она за меня сижу еще. Дейспингуйте. Так, тыкаем. Я могу заменить. Вон Саню бери, на Саню, на Саню там, да? Кого брать? Саню на Саню поменяй. Какого? Шила на мыло? Ау! Рарника на стресс. Круговорот Сани в рейде, да? Они в природе, да. Отлично, отлично. Круговорот хороший. Нормальный контент. А Вилани, тебе сумму пришел? Нет. Мне только робот нужен, робот. А что сделать надо? Не пришел.
Здесь это как срок. Пришел. Я жму, кстати, воду и ничего не происходит. Кто-то вынести, наверное. Видишь, Саня, квадрат? Короче, стоишь вот здесь, милизона. Просто херачишь рыбу. Будет периодически отталкивать, в воде находиться нельзя. Вот, подходишь и башишь. Когда будет обстрел, вот так в воду спрыгнул и все. И херачишь дальше босса. Обстрел прошел, вылез обратно. Рыба удочка не ваша, да? Побольше рыбы наловить. Так, а можно что на хиле? Тут тоже в РДД стоять просто? И штанг, да. И все. Прыгать в воду, когда надо прыгать, и выходить, когда выходить. Окей. Да. Вся тактика. Спасибо большое. А водяная стрела, как ее доджить? Типа тут 1 257 000 или что-то. Alt F4 нажимаешь, и все. Да-да-да. Хорошо, ладно, все отлично, так сделаем. Главное, чтобы не на хиле ты это сделал. Какая стрела? Ну я сделаю. Нет никакой водяная стрелы. Водяная стрела. Нет 125 000. Нет никакой стрелы тут. Че, кто там? Вы здесь серьезно? Вот, я в книжке читаю, водяная стрела наносит. Ну так читай дальше. Зачитал? Ну, это на ренджай, получается, действует. Нет, еще раз читай. Если... Используется скрытым только в том случае, если он не может атаковать противника в ближнем бою. Короче, если у него агро... Если он бежит далеко от него, тогда он начнет кидать этой стрелой. Если он будет близко, он будет атаковать мили-атакой. Все, я понял. Получается, он на танк это... Ну, или агро, если кто-то из РДДшников перебьет. Гейзер, а гейзер, получается, там вешается этот... Нужно отбежать, да, получается, от всех? Не забивай просто голову себе, бей и все. Я хилю. Мне просто надо знать, чтобы у меня 27 000 хп, меня сбреет моментально. Да не сбреет тебя, угомонись, ёпта. Ловите рыбу. А то так можно долго стоять. Рыбаки. Это... Время проебываем. Вы ловите кто-то, Юля, лови там. Там перед слепцом уже фласки пораздаем сейчас, пока не надо фласки. Вы видели это? Да, ну... Герой. Скотина большая. Это, кто в первый день не был? И кто был, у кого есть труперс? Сегодня надо будет помочь... Рависту. А когда сегодня? Ну, в плане во сколько? Сейчас посмотрим, в зависимости от того, как будем закрывать этот рейд. Здрасте, нам еще и гидроса сегодня убили. Беги, малышка, прыгнули беги! В воду. И дальше хуярц. У нас еще среда есть. Надо хотя бы начать сегодня. Выпрыгнули из воды. Угу. Сам механик. Жалко, что тут... А я и не прыгал. У вас это каждую рыбу этот разговор идет. Хули ты не прыгаешь, да? Да я нормально бегаю, а ты же не дамажишь. Да я дамажу, блядь. А чё, кайфово? Хоть как-то ноги размять, а то в воде, блядь, опухнешь. Да, в воде дамаг получает. Ну хилы хилят. Тут так-то хилить нехуй. Вот когда... Я ну, пачку полностью достаю. Когда трэш выходил на X2, когда играл, там поинтереснее эта рыба была, чем сейчас тут. Там трэш хоть выходил. Посложнее было намного. Ульти там, а? На ю... Да, садился, да. Биг Дэм, блядь. Я понял, роги, блядь, прыгнули в воду. Роги друг в друга напуливают. Там не сорвет никто.
Дамаг по бешенкам нормально идет от звездопада. Вот не надо было чего делать. Ну, на то и рассчитано. Че, 18 кады и выхасил. Беги, малышка, Бали. Беги! Видно, кто ДПС крутит на бешенка. Ничего не знаю. Да, сразу все видно. Видно, их вызывает. Бесы, да, вызывают вот эти вот локовские, никто их вызывает. Или они сами по себе. Инвизибл стоит там, ДПС крутит. Но. Лучше бы стоков босса выдал бы. Блядь. Чё за лаги? Ну, как ты, у тебя все кадры сели? Сейчас скажу, сколько у меня кадров. 8 кадров. Чё ты как-то лагаешь жестко? 8? Ну, 8. Вообще нормально. Раньше так не лагало. Сейчас 30 кадров. 0,4 кадра. 4 это совсем хуёво. Не 4, 0,4. 0,4, хуёво 7. Ого. Я что-то заказал, раза было побольше. Бигдема ваншотного. Бигдем просто АФК. Ну это нормально. Опять она, блядь. А что это такая? Рынка на хила, ГЦ, ребят. Ну ладно. Где бы тебе? Холи пало вообще. Где кнопка распыл? Но мне не отдадут, я думаю. Я бы взял. Кто тебе не отдаст? Хз. Кто-нибудь. Вот Бен не отдаст. Я тоже. Ему зачем? Ему это не нужна сика. Это бис на мага. На мага. Нет. Если это бис на мага, то молд прилив, это получается бис на ДЦ. Ну отдай. Мать вы это. Вызывайте. Вы кого вызвали, нахуй? Вы кого вызвали? А сколько серега стоит? Куда вы везете меня? 300 ГП. Ебать. И системы же у нас сейчас нету, что-то меньше, можно ее взять или больше. Вся система у нас. Система поиска. Я понял. Ты чё, у тебя это, эпилепсия? У меня же эпилепсия. Дайте эту хуйню всё, и нормально всё. Рэнджу набрали? А мне похуй, я бронирован. Так, мне давать синтеку или Авелане? Синтека хочет. Ну, зачем дроиду? Синтек? Надо синтека спросить. Синтек, ты тут? Так. Поле пала, она вообще пиздатая. У друидов садится мана? Нет, у друидов садится мана, они вообще похуй. Вот поле паладинов. На поле пала пиз. Ну да, это на холе пала, на холе приста, вообще само то, при тем, кто просаживается по мане, прям очень сильно. На хапала это топ, если у него играют две хостовые три. Танка захилите. То есть, то убрать ровист, которая за ОД бич триня. На чё у тебя за вторая твинь? Не помню. Слеза. Блять. А чё вы подохли? Чё вы слезы? Ты убил меня. Чё, хилы все сдохли, нихуя? А кто Вилашу будет хилить? Тебе две трынки на инту ставишь. Чё там? Я понял, слезу убирать. С этой, с болезнью или с чем он там, этот пидорас? Да, с сифой. Сифой. Сифилис раскидывает тут. А я вот зашел, типа, в инсту тут. Ответственного, давай сразу. Червяк. Кто?
Блять, он заебет, а? Короче, суманить. А вот это нахуя вы делаете? А нахуя вы привели это все? Зачем? Вайпом на трэше. Зачем ко мне вары бегут? Вары отошли. Ну там уже вайп. Там трэш еще прошел. А, трэш. 10. Так можно воду прыгнуть. Ебать, 400 гп. Все. Зато бисовая трыня. Все, в помойку. С днем приора. Ебать, там очери. Нормально так. С днем помойки. Так у тебя же этот хил, это офспек. Ну да. Это офспек. Ну так ты за 50 почему-то не забрал. Так я не понял, как работает эта новая система. 50 жмешь. Это еще не работает. А-а-а. Она фиксирована. Этот, Синтек. Алло. Алло, это с четверга будет. Синтек, ты тут? Алло. Ну если он сильно хочет, отдай ему, да и все, что парень. За сколько триньку будешь забирать? 400, 200 или 40? Найс вопрос, сейчас ответим. Да ладно, я заберу за 400, похуй. Не, забирай за 200. Ну, вообще за 200 бы в идеале, да, так как это ов. А ты, Слава, не видел, но что спекую все пишет, часто, да? Если надо. А он я тоже не вижу, что он пишет. Он на AirDru такое... Но он говорит, 100 есть, 100, говорит, за сотку. За фол. За фол. Нет, там, нет, там в Адуне не так сейчас. Да, там сейчас типа main, off и... Ну, это с четверга он начинает работать. А, я понял, с четверга. Релогнусь. Уже прошел четверг. Даже много четвергов в этом году. Сколько? Ну, 8. Ни сколько? А куда 4. Этот моб идет? Он выйдет, наверное, идет. Нормально. Что-то у него хп. Все, заявился. Обратно пошел. А, вот как вы обходили. Че у вас, блядь? У вас что, масрез КД, нахуй? Как вы потратили? Да, уже? Не знаю, как-то масрез во время боя. Я вообще охуеваю, блядь. Кто-то взял и резнул всех. Он идет здесь, аккуратно. Масрез. Уходите, блядь. Спрячьтесь, спрячьтесь от моего... Вот, уходит. Прячьтесь по домам. Сука. Блин, надо быстрее с Войдом контент закрывать, а то он умрет. Ты чё, дурак, блядь? Бать, ты добрый, конечно, Сэджо. Бля, моралфаги соснули. Процеф, мужик. Войду здоровья. Да он так кашляет постоянно, крипово вообще. И хорошего настроения. Здоровье видали. Слава, скажи, не дождёте, блядь. Вы напугали деда, блядь. Я съел деда. Да дед вас еще всех переживет, нахуй. Ёбаный это. Абэма, нахуй. Сумонимся. И в меня стреляли. Я в лагу там? Там на входе этот джип стоит. Джип? Я все равно к случаю не упал? Нет. У меня джип в Москве. Ну я тебя сейчас сделаю здесь. Но я сейчас в другом культурном городе. Биг Дэм заебал. Ты, ну... Биг Дэм, вставай на входе Дживс, починись, и мы тебя суманем, блядь. Да он там серебро продает все, ты что? Биг Дэм на смене. Ну. Принимайте сумон, мордаунд, призен, блядь, или чё вы, ну... Да всё, не сумонит этого. Я сумоню. Это, не надо пулить мобов, нахуй. Трансляцию? Не. FPS что-то мало. Пошли, ебанем какую-нибудь. Давай вот эту левую и правую пачку ебанем, чтобы нам потом вот на этом мосту не обосраться, нахуй. Давай какую-нибудь, Маша. Лев. Иди какую-нибудь пулю, я все пока побью. Шо, тебе не нравится квадратик? Давайте кружочек сделаем. А кулачок дайте по всем. Кау.
Так, вот тот пидор, по-моему, на... пойдет к нам. Надо будет его разъебать. Лутер у тебя? Воронка. Опа, вороночки, сюда. Давай, короче. Я говорил, блядь, не падает. Ну, это... Ну, здесь падает, но мало. Так, ну, сколько раз ходили? Реже, надо как-то взять. Спулить, чтобы пошел один моб к нам, и чтобы мы вон ту пачку не задели. Их нельзя говорить. Я а в этот, в этот станем, в кругляшочек же этот, в эту платформу, и туда спуем его, чтобы как раз Ренджу 8 наберем, и да, он станет там посередине. Идите, идите в кругляшочек. Там, нормально. Кстати, надо так. Че, я спулил? Так, он сифозный, да? Не знаю. 8 да. Надо. Держите все уже 8. Я вас не выхилю, что-то. Радар показывает 10. 10, 10 держите. У меня 8 что-то показывает. Мне тоже здесь 10. На локалы. О, не подходите, блядь, на стресс. Потому что дураки. Тролл Д. Блядь, нормально мы стоим? Синдром друида. Че такое? Да я не знаю, палки зажали меня. Синтек, дурак. Палки. Я вообще, понял, блин. Додик. Да я тоже. Два ствола, да, сейчас бегаю. Че зажали? Зажали? Вы про что говорите вообще? Да, их это подходит ко мне, распространяет. Ну, присанули его за углом. Распространяет. Как ковид распространяет, да? Да, это и знаешь, хуже, чем ковид. Просто подходит. Это, блядь, друиды, вы чё хотите? Ты маску одень, блядь. Заебал. А хули? Руки помой. Ты же рэпер. Антисептиком обрыгайся. Антисептиком. Мордочку хребни и всё. Звёздочкой помажься, ну. Жопу намажь звездой, да и всё нормально. Похлопай три раза. Чесночка съешь, не знаю. И посмотри под подушку. Там будет айфон. Мелочь, 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 мелочь. Да, дереву по жопе это... Дерево по жопе. Типа, ну, одолжить тебе или что? Нету, нету. Хилы не хилят, хилю за сову хули дринка. За сову и за Сашку. Зараза, отбегите от остальных, нихуя. Какая жалость. Слушай, а мне что, дебафа нет? Как он там называется? Идите нахуй. Буйство. Ой-ой-ой. Буйство, зараза. Буйство, зараза, да. Ой, я упал. Негроманку убили. Я тебе в воду упал, нахуй. Блять. Кого убили? Сейчас я этот дебаф себе в воду добавлю, нахуй, чтобы бичи высматривать. Ковидники, нахуй. Дебаф. Своё. Знак Калидария, чё такое? Это, блять, выкинул. Опа. Да ничего, чё такое? Да, понял. Ничего важного. Это чё такое? Где там знак Калидария? В большом мобе. В большом мобе. Знак бичари. Нет, это мне. Знак есть и там. Бичари. А чё мимо, блядь, чё? А, нет, какая-то. Чё? Чё, блядь? Чисто бухой, батя, в 3 часа ночи. Подходит тебя и просит нафармить титана, нахуй, на проф. И ушёл. Не, знаете, это просто идея. Ты даёшь ребёнку поиграть в это. В Мордён. Типа, садись и это, и он тебя... Каждая фраза — это идея. Да, а чё? Плохая? Это хорошая идея, ты просто даешь малому. Просто он фармит за тебя, а ты это чиешь. И всё. Знаете, что... А чё, а для чего ещё дети нужны, скажите мне? Запы, короче, кольчужные, которые боешные. Так Шиджи родился. Они стали стоить, короче, 200 гулд. А тот пояс, который тканевый, который стоил 12 тысяч на начале, он сейчас стоит по 2 тысячи. Ну, мелочь, но привет. Подавались. А-а-а. Че-че? Ничего, блядь. А че? А ничего, блядь. Нормально. Не знаю, откуда голду брать. Надо какой-то, ну... Сейчас с этим сжатием ЕПГП, вот эти 500 голды, которые за косарь, это огромная сумма. Если за целка обычка только 600. Получается, а, надо понижать? Получается, или надо... Убирать? Нет, нет, не надо. Надо просто... Больше голды скидывать. Больше денег, людей, блядь. За каждого персонажа. Больше денег. Да. А, нет. Ну, я либо считаю, надо, чтобы по 5к скидывали. Нет, ну, либо хотя бы, чтобы этот, как его... Хотя бы реги, не знаю. То есть, я думаю, может, там, регами хотя бы... Там... Может, тебе не обязательно голдой, может... Понимаешь, если кто-то фармит траву, он все равно физически не нафармит много.
Ну, это понятно, что... Самая нужная хуйня — это лотос. Он под косарь стоит 900-800. Северный, ну, конечно, лотос. Он нападает редко очень. Чтобы с него скрафтить банок нормально, это нужно много этого лотоса. 50 штук лежит на дроиде. А его же можно покупать за этот, за... А, ну хотя... Я просто банки купил, СПДшные 480. За извечку, извечка сейчас поднялась. А на силу, ну, атаки, да. На силу атаки... Оставьте шкаф. 430 стоит. Ну, значит, надо фармить этот РБКшки. Ну, просто я вот не знаю, сколько за неделю было бы, ешек все ушли на эту хуйню. Это Мравис зайдет? Нет? Замена есть? Вы эти покупайте, я буду делать вам. Кого? Осколки грез. А, да, ты про масло? Че, пойдем бить. Мордан, ты где? Да, бегу, я посчитал-то историю для трассы. Кто там самый опасный? По-моему, Спараскат, да? Сейчас же как дела? Не знаю, это у вас как дела? Не выдержал напряжение. Там есть такой этот... Как же моб-то называется? Ну, а мне что сделать с этим? Моб называется, сегодня не хилят. Понял, замены нахуй нет. А не знаю, может и нет. Там же 228 был. Ну, Мордаун сказал, что не будет меня хилить. Он говорил, что в Дискорде его тегайте. Он зайдет. Не, просто чтоб потом не плюсовали нахуй в конце, ну, да, рейда, это, блядь. Да. Замену. Это справедливо. Давай, рарник, поехали. Тут у нас... Сидишь, спрашиваешь, блядь. Никого нету, нахуй. Ладно. Только что было, блядь, человек 5, нахуй, на замене. Напиши еще с этого, блядь, по прибору. Замена на ЕП плюсуйте, блядь. Ну, круто. На ЕП? 30 минут уже все снесли. Я сразу говорил, надо идти в ульду. Ульда. Какая ульда? Ну такая. Можно в Герульду сходить. А чё, Радники пойдет? Нет, а, не Герульду. Даньте. Всё, даньте, Витя. Тейкните кто-нибудь, подойдите. Чё, бафы будут? Нихуя, зверел, им еще бафу дать. Ну, вообще. Ну, Мордаун уронил меня? Уронил? Это пока проблема, мне постоянно пишет, что не разорван. Ты сам упал, не надо грязи. Ага. Мравист пока зайти не может, пишет постоянно, что соединение разорвано. Ну, пробуй пока. Пытаюсь решить. Кулка нет. Тебя убил, короче, этот... Рассекающий, нахуй. Вот зверолов, который... Да, понятно, он, бить под клип поставился. Он бьет рассекающим. Надо подождать, прям, не знаю, секунд 5-10. От морды да. Зашел. Какой 5-10? Мобы да. Крутились, я умер и все. Ну так они крутились, потому что ДДшники, которые не умеют ждать, били их и срывали. Подождать, ну, когда... Красава, я-то рога, я напулил. Там, получается, виноваты те, кто срывали моба. Если ты стоял за спиной моба, и, допустим, Бен Стиллер хуярил этого моба, и этот моб повернулся на него, а в этом направлении стоял ты, то получается, Бен Стиллер тебя убил. Но, с другой стороны, чтобы ударить Бен Стиллера, ему надо находиться вплотную к нему. Поэтому ты подошел, либо танк подошел к тому месту, где стоял ты. Вот. Тебя убило рассекающим. Ну, я когда играл на роге, чтобы так не дохнуть, надо просто стоять в сторонке и смотреть. Как только мобы будут стоять, не дергаться, тогда напуливать. Другого выхода нету. Ну, а если будут мобов срывать, ну, просто можно АФК уйти. Почилить. Рейд сам справится с этим. Ой, блин, эй, хуй, сзади. Сзади большой. Бля. Надеюсь, не заразный. Нет. Вопрос как и главное как. Он постоянно здесь помнится. Он, ну, появляется же весь. Текст. Не, он может на пол хп еще эту заразу начать кидать.
Нет, тут яды пошли. Яд надо диспелить. Так, ну чисто для справки. Друидовская тема помогает, которая постоянно диспелирует. Хоть бы, блядь, воронку дал нахуй. Одно выпало уже. Он воронкой по голове уже дал троим. Че, спекнешься, Линкольн, там все равно босса танчить. Братан, ты где? Я упал, бегу. Ну, блядь, еще ты бежишь, могли бы и резнуть. Сейчас так вот я тут... не сдох, сейчас будет... я смысле упал. Сейчас будет маг пустоты, который пол хп рейда снес. И через 5 секунд еще снесет. И на то надо поднять. А у нас нет ДЦ. Я уже на подходе? Вроде захиливается как-то. Сильно там не спешите агрить, нужно, чтобы весь рейд тут был. То будем еще на трэше падать. Трэш, он хоть как бы и трэш простой, но упасть на нем тоже много ума не надо. А падать на трэш — это огромная потеря времени. Это фатальная ошибка. Вот я-то этот диспелим. Ну, меня посетило, благо. Ну, сейчас посмотрим. У тебя вроде со слепца руки есть. Да, я спокойно могу посидеть, почилить, если надо. Вообще без проблем. Вообще взял голову? Да, сейчас был пролаг. Просто кринж. Это сервер. Пиздец. Зато X5 в порядке. Не балуй. Ну, там, блядь, у X5 тоже бывают проблемы, как видишь. Аукцион там, ну, блядь, до сих пор вроде у них не работает. Они спешат порешать. Это подвигайте мага пустоты, блять, почему-то мимо хуярит по нему. О, нормально. А че это настакалось на нас? На календаре моя. Блять, вы заебете, говорю, дайте резнуть. Ты ебашь, павший ты почти. Вот это, кстати, был огонь с неба. Посади шкаф, пожалуйста, пока. Дайте столик магии возьму, жрату. Чё, поехали? Мага. Там только на двоих, когда два твоих вида будет пригодиться. Сейв. Так, одного вроде захиливают хил. Мага. Ну, и, может, иногда и не захиливают, конечно. А может, он под рассекающий стал.
Следующих забирайте двух. Первым. Пошлите пещеру, зачистим сразу. Так, два ба. Смотрите быстрее этого и второго, потому что третий подходит. Завешьте босса только. Дальше проводи. Пиздец, маги, конечно, стреляют бесконечными стрелами какими-то, блядь. Все, молодцы. Такие маги должны быть. Там, знаете, будут эти типы кастовать, там дамаг будет парень большой. Так, все, банки нам. Вот так. Есть тактика? Есть. У тебя водикон сколько? Сиджу, у тебя там сколько банок? У меня 7 со вчера осталось. Так. У меня 8 штук РДДшных. Ага. Так, сейчас я вам дам, пока по одной закидывайте. Потому что потом, если пойдем что-нибудь магическое такое бить, уж понадобится. Магическое. Магическое. Че, мы сопроты берем? У.
Не знаю. Ну, тряпки, саппроты... Все остальные... Или на ДД. Я бы на хиле взял, наверное, саппроты. Короче, будет там до 70... Ну, весь бой крутится, периодически вихры хуярить. Отходите от вихря. Вот, когда он вихрь докастовал, он сбрасывает агро. Так что смотрите, не спульте сразу на себя, а сдохните. Ты, короче, потом... Седжу после, после окончания вихря всегда стараешься. А криптоэвил ты после смены демона на обычную форму даешь, придерживаешь на этот момент. Получается, он в демона стоит и начинает кастить... Эти, а я в начале вихря, да, кастить в определенного человека. От этого человека надо набрать ренджу, чтобы не накапливать на себе стаки. Стаки хуярят огнем. Вот. Так же само, когда он выходит из демона, он сбрасывает агро, надо напуливать на танка, не сорвите. Потом есть каст, как он называется... Коварный шепот. Кулак, короче, коварный шепот. На 5 человек повешается дебаф, и появятся демоны. Вы должны быстро захуярить этих демонов. Кроме вас, никто не может их захуярить. Если не захуярите демона, вас берет в контроль. Там а у демона. Все равно доставай какой-нибудь спелл, который ебашит. Там у него 40 хп. Там когда в хиле там 1015, по-моему, ну, мало. Даже меньше. И на 25% переходка все то же самое, только он разделится на обычного босса и на демона. Офтанк заберет демона, отведет всех, уярят обычного босса. Вот. И все то же самое, что и на первой фазе, только все быстрее будет. Кто у нас МТ? ДК? Да. Кулак дали, теперь каски нет. Да, так потому что я бафал каски, но я не знаю, что бафы, да, типа холидринг. Да, давай, Авелания, ты каски, я окей. Кулак МП5, Лёха... Там Лингрен протобаф, ну да. Ханту тогда кулак, вместо МП5. Так, все, я тогда каски по всему обратно раздал. Я вам там, ну, чисто для прикола скажу, вот это все надо было раздать еще, когда мы, блядь, теперь рыбу били. Нет. Когда мы еще трэш били. Не, ну я всегда сразу же в полипавере чекаю и ставлю, чего нет. Но просто у холидринка нету, поэтому, может, из-за этого чуть непонятки. Нахуй мне полипавер, у меня воду есть. Сильное заявление. Все, проверять, есть. Конечно, вау. Я не буду. Сразу быстренько трех мобов ебанули АОЕшка, и появляется босс. Геру... Анжу сразу забрали, да, получается? Геру сдаем на 25% после того, как он разделится на двух боссов. 5, 4, 3, 2, 1. Пидерсия ебаная, нахуй, чтоб тебя нахуй. Искрикнул, блядь. Так, вихрь. Секунд, демон. А что, раньше? Охуеть. Пэта.
Хантовского хуярят. От Пэта наберите РНГ. Ну это кринж, конечно. Чё, охуел, что ли? Ну, убери у него просто оградилку, но выключи. Нет у него оградилки. Хили унесы. Хиль, блядь. Хилим пятались. Пиздец. Пэт конкуэта. Мардаун, Шалфира, Вилани, Миддарк. Кто-то еще. Захуярьте, Миддарк, Авилани, Мардаун. Захуярьте своих демонов. Возьмет да контрол. Готовил. Авилани, Миддарк. Мне сложно своего захуярить. Я пытаюсь. Invisible, отойди от босса. Авилани. Не вредит. Подожди, он хил. Ему сложно будет. Ну, у него... хил, я бью, блять. У него только этот... С правосудием и щитом. Ты, ну, блять, а шок у тебя на что, нахуй? Все. Молодец, нахуй. Захуярьте Авиланию, готовьте БР, так, Мэтт Фокс, резнишь Авиланию. Бабло у него. Сейчас я сбил, ебашьте. Резните Авиланию, Мэтт Фокс, давай. Давай, я тебе щит дам. Разбафали. Хил против. Отводи кон оранжу. Авилания, Мардаун, Седжи, Бенстиле. Авилания, давай хуяры, Мардаун. Хуяры. Я его забью, он сдохнет. Он же один только, да, появляется? Да, один. Я убил. Красавчик. Чё, убил. Хуярим. 8 секунд, да, у тебя обычная форма? А где там почему? Обычная форма, 3 секунды. На полу его велаш. Вихрь, 3 секунды. Юля, сдай, не зыбка. Это форма демона. Перевели. Сейчас он разделится. На пулят и сдадите Геру. На пульте вывелашу быстренько. Так. Что там у нас? Финтек, давай рейсай меда. От Лингрена отойдите от тени. И Геру сдали. Разбафали павку. Давайте быстрее. До берсы 50 секунд. На пульте притом. Они убегаете туда. Если его водикон. Бабки хуярить. Сука. На пульте вывела, что быстренько. Седжи криптейл на пульте. Я на пульте. Баблы готовьте.
3 секунды, 2, 1. Бабло нажимаем. Сейчас берса будет. Чуть нет. Нет берсы. Нет, он минуту показывает. Сука, ты дара. Не упали. 3.45 же должно, да, быть показывать до берсы. Да. Ну раньше было. Крутые ботинки какие-то. Книжки, правда написано, что 10 минут? Берса? Нет, нет, ну, 6, это стандарт. 10 стандарт. А на Сирусе 6.15 сделали. Ну, сейчас дольше было. Почему-то. Не, наверное, я просто не учел, что босс, пока вот эти три моба, это еще не время босса. Я просто с трех мобов запустил. Ну да, возможно. У нас следующий кратрез, да, у нас будет? Волноступ. Волноступ. Я понял. Берса у него 6 минут. Секундочку, так. Так, некромантика. Чё там? Хоста РП. Бесполезная. Так, это получается что? Восьмой и девятый челик добавились. Куда мы дальше? Мурагрим ходили? Давайте на Мурагрим. Волноступ. Да, да, волноступ. Мурагрим это кто? Волноступ. А, ну да. Вот я про него и говорю. Некромантика. Некромантика. Там нету И, просто некромантка. Ну, теперь будет. Меня и ник никто не получишь второй кусок, да? Ну ладно тогда. Ну такой эфир. Ну, блядь, не фартануло. Мишел эфир. Блять, он выше меня на 0, на 1/10 там, по-моему, был. По приору. Что же хотел залутать, да? Угу. Да все равно второй кусок пока не падает. Это получается назад? Не выбиваем пока. Ну, 340 процент... на выходе. Слышишь, роботу процентов 20 бы срезали. Вообще пиздато. Я вообще удивляюсь. Я вот смотрю на наш ДПС со слепца. Ляночка 17700. После нее выше идет Биг Дэм 19. Некромантика с притоном про 16. На стрессы и Медарк. Ну вообще, я не знаю, им сюда рано, нахуй. Им надо обычку еще фармить. Им даже в Геру в целка рано. Не, ну можно брать, как бы, но. Этих троих боссов еще ладно, они ебанут. Ебанем им Рагрима, но этого робота точно смысла нет. Это надо рарника и этого Дуду 8 пробовать. И то хуйня получается. Ну, на робота я на ДК могу заходить. Кстати. Кто у нас будет Холи Паул? Ну-ка, рассказывай. Сегодня Гомурчан, я так понимаю, еще пару дней его не будет. Он писал, что его пару дней не будет. Он вон он на ханте. В игре. Не знаю. Он написал уже, что типа посидит на замене. Я думал, все видели, никто нихуя не увидел. Он говорит, он в Дисе. Говорит, посижу пока на трене, если хочешь поговорить. Гламур что? Соответственно, дай. Тут боешки есть. Писал, да? А Гламур что ничего вроде не писал? Нет, ну, вроде я нет. Не видел, по крайней мере. Кому-то писал, мне не писал. Ну, хули, Вилани, блядь, спека денем, хули. Ну, хули, да. Ну, хули делать. Танка нет, а нет, танчит. Ну, будешь, короче, это мейн хилл. Травист писал. Я пока на тренинге был здесь. Да. Это что получается? Кому делаем шем, спеки меняем, да?
Да, это же традиция золотая, ну понимаешь, шем бичам делать смысла нету, потому что ты сделаешь, он ливнет нахуй, пойдет там пвп нахуй и просто забросит игру. А нормальным пацанам надо делать шем, они еще спекнутся в хилов и в танков нахуй, потому что они нормальные пацаны. Да, естественно, что здесь, если я вдруг надо, в любой момент. Я просто пока на твина зашел, чтобы не сидеть около входа в зал. Сейчас мы рогрима ебанем. Я посмотрю по времени. В принципе, что...